Так, мы тут нашли какой-то обрывок письма. Не знаю, в этом видосе, да, хай, здоров, с вами Агафонов. Добро пожаловать на прохождение GTA 5, но сегодня, наверное, будет не прохождение. Сейчас просто хочу пошариться, посмотреть, что за город, что за пляж. Блять, что с лестницей-то, я не понял. Почему ступеньки не совпадают одни с другими? Это дизайн, типа, такой? Что? Как это? Как-то? Зачем это вообще? Или вот эти лавки используются, типа, чтобы посидеть? Короче, я решил через игру, ну, знакомиться с этим, с Лос-Анджелесом. Как присесть-то? Никак, да? Короче, я там одному ушлепку так треснул, у него аж очки улетели. Это уже забавно. Блин, почему когда второму человеку даешь какую-нибудь пощечину, сразу копы, вот сразу. Блять, ты что творишь? Плашмя. Как кусок говна. О, ни хрена, там кровь осталась. Ой, жесть какая. Да ладно, копы сюда приедут. Валим, 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 валим. Ох, нифига, смотри, там... Что это такое? Какой-то этот, типа, подводный мир. Какие-то старые бревна. Ух, нифига, тут водная полиция. За что две звезды? Я же ничего не сделал. Живем быстрее нахрен на берег. Раздал две пощечины, все тут прям в международный розыск объявили. Пацаны, я просто хотел походить по городу, поизучать, что тут есть интересного. Сраные, а, козлы. Охренеть, они за две пощечины план перехват тут объявили. Нифига не подстр... Блять, споткнулся, сука! Блять! Застрелили, сука! Ёбаный дебил, блядь, споткнулся об бордюр, блядь. Мой монитор весь в слюнях. Как такое возможно? Блядь, бежит, сука, как в самом тупом фильме просто. Бежит от ментов, скрывается, блядь, бордюр, километровую высоту. Бадах, нахуй, споткнулся. Я не понял, тебе что, не смешно, что ли? Что делаешь? Слышь, ты хочешь пранк? Хочешь пранк, а? Давай пранк замутим, а? Чё ты? Чё ты? Чё ты? На тебе в ухо. По башке побежался. Короче, пойдем поизучаем город. Блин, я хотел вообще пляж поизучать, а тут закинули теперь в центр города. Ни хрена ничего не... Блядь, сука, да что ж ты, блядь? Я же по пешеходу иду, ну вроде бы рядом совсем. Как пнул бы тебя сейчас. Знак стоп, что у нас тут еще интересного есть? Team Vapid. Ладно, не знаю. А, это типа это одежда. Ну тут каждый второй, короче, шьет свою одежду, продает. О, нифига, Rolls. Да ладно, типа дорогой райончик, что ли? Пнул здесь, а лопнуло лобовое. Ну, прикольно, прикольно. Так, так, блядь, да что ты? Ты что творишь вообще? Слышь, темный. Китаец, на тебе в репу. Вот тут они не имеют права на самом деле ментов вызывать. Но он же сам сбил. Козел. Я тут город изучаю, достопримечательности, смотрю. Турист, блядь. Серия называется Турист. Так, сюда зайти нельзя. Тут какая-то жирная курица себя фоткает.
Очень прикол. Пощечины. Опять копы. Я говорю, реально, в Сан-Андреас можно было тысячи пощечин раздавать. Хоть бы кто что сказал. Тут случайно до кого-то прикоснешься. О, это случайная миссия, типа. Е поговорить с кем? Сюжетной линии режиссера, редактор вам стал доступен уникальный актер. Правда? Очевидно. Once you've studied the literature and done the classwork and studied in a group, it's really obvious. I'm getting really close to everything. You, you're still lost. Блин, давай объясняй, чувак, быстрее, копы меня ищут. Ты берешь себе вместе в мире, где ты чувствуешь, что жизнь проходит мимо. Потому что ты не знаешь, ты знаешь, ты тоже знаешь ложь. Все. Послушай, брат. Если за истину на nspgr.com, ты будешь поражен. Помни, тогда все не записано. Окей. Hey, live with your doubts, brother. I'm happy with my certainties. Dickhead. Так. Блять, чё сразу стрелять-то, а? Как? Я вот не понимаю, что за что сразу-то стрелять? Чё за каким? Так. Прильнул к бордюрчику. Давай, прячься сюда, прячься. Все, мы затараканились. По идее, нас не должны увидеть тут. Блять, увидели. Задница. Ты тут не залезешь? Давай, леди, давай отсюда. Только не стреляйте! Стреляют! Вот такой вот турист посмотрел город, называется. Господи, стенка! Что-то у нас колесо вообще не поворачивает. Не видно.